Ребята, всем привет! Снова на кухне у Прищепова. Я вот совсем недавно начал искать ролик Мариано Чичо-Фромболи и Хуана Сипульведа. И замучился его искать. Ролик очень интересный. Вышел в 2017 году о том, что у них танго, оно достаточно конфликтное. Музыку написала сам Мариано Чичо-Фромболи. И Джонни Ламберт, муж Даны Фригали, как раз его снял. И так как я уже люблю собирать интересные ролики и вам показывать, давайте сейчас мы посмотрим этот ролик и его обязательно обсудим в комментариях. Пишите комментарии, насколько вам понравилось, что не понравилось. Ну и вообще, что для вас танго? Танго это все-таки хореография или все-таки чувства и эмоции? Ну и сами знаете, тексты бывают разные. В данном случае, мне кажется, без текста одни маты. Давайте смотрим. Mm-hmm.